точно. Да-да. Только не увеличивает. Печально. Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем трансляцию очередного тура летнего первенства чемпионата Татарстана. Встречаются команда «Строитель» и команда «Компонент». Команда «Строитель» в белой форме, команда «Компонент» в синей. Стартовый состав команды «Строитель». В воротах Брагин Алан, в защите Афанасьев Иван, Карапетян Малик и атакующие игроки Колесников Радмир, Загайнов Артем, Минеев Николай и Якубов Данир. Мяч разыгрывать будут игроки команды «Компонент». Сразу же команда «Компонент» пытается идти в атаку. Первый розыгрыш от ворот. Команда «Строитель» будет вводить мяч. Карапетян, передача на Якубова. Афанасьев, центр на Минеева. И хороший заброс на Колесникова. Резуев Артур, вратарь команды «Компонент». Первым выходит, выбивает мяч в аут. Загайнов. Передача на Карапетяна. Якубов Данир сейчас пытается по центру самостоятельно пройти. Получается, мяч сохраняет. Карапетян. Передача в центр на Загайнова. Карапетян разворачивает атаку. С мячом в центре Минеев. Хорошая передача на Колесникова. Сейчас он по ногам получил Колесников. Я показываю, что можно играть. Минеев. Передача в штрафную не проходит. И команда «Компонент» бежит в контратаку. Афанасьев первый на мяче. Передача назад через Брагина. Якубов с мячом. Афанасьев передача в центр на Минеева. Сам сейчас Николай ищет продолжение. Передача на Загайнова. Стеночку. И направив флаг Якубову. Якубов должен сейчас врываться. Передача в штрафную. Перерывают сейчас игроки «Компонента». Брагин предлагает себя для отыгрыша. Перевод на левый фланг на Афанасьева. Передача в центр на Минеева. Не идет? Нет. А что тогда комментирую? Не знаю, тут какая-то запись-то идет. Давай через ВК. Все, пошло. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители. Просим прощения за технические неполадки в трансляции. Встречаемся в очередном туре против команды «Компонент». Счет матча уже 2-0 в пользу команды «Строитель». Идет первый тайм. Передача на Колесникова. Колесников врывается. Удар. И Зуев в ближнем углу сейчас тащит мяч, переводя его на угловой. Розыгрыш. Неудачно сейчас разыграли. И через дом вынуждены играть через Брагина.
передача на Гараева и левом фланге. Сейчас Гараев ищет продолжение. Передача на Сафина. Переводит атаку на правый фланг с мячом Карапетян. Хорошая диагональная передача на Колесникова. Передача в центр на Минеева. Продолжение загадки. Сейчас передача на Карапетяна. Гараев с мячом. Минеев. Довольно-таки неплохой контроль мяча сейчас показывают наши ребята. Тяжело сопернику. Жаркую погоду. Сафин, отличная передача на Загайнова. Сейчас Загайнов не смог обыграть уже третьего. Хорошая передача. Сейчас выполнил Дания. Гараев перехватывает в центре поля. И мяч покидает пределы поля. Аут в пользу команды «Строитель». Я показываю, что касание игрока команды «Строитель» было, и аут будут вводить команды компоненты. В этот момент у нас в команде замена. И допускаю сейчас ошибку. Сафин Данияр сейчас не услышал, не понял нашего вратаря. Сейчас матч становится 2-1. Снова с мячом. Передача на Колесникова. Сафин с мячом. Не точно на Краснова. Сейчас Гайзидинов, по-моему, в команде компонент поставил корпус. Ой, ну ты их собрали. Куча мала, и команда компонента пытается уйти в контратаку. Карапетян надежно в центре. Малик сейчас играет. Это через ВК идем. Проблемы какие-то. Готовим против Минеева. И Минеев обыгрывает троих. Передача. Не проходит сейчас передача на Колесникова. Краснов. Прессингуют. Коллективный отбор сейчас показывают ребята. Убирают мяч. Колесников с мячом. Удар. Рядом со штангой мяч пролетает. Сначала с голосом, без голоса запись идет. Капитан Малик с мячом. Сафин. Загайн. Хорошая передача на Колесникова. Прострел в штрафную. Нет, прерывают. Сейчас Минеев на первый на подборе.
точная передача, и Брагин вступает в игру. ВК, я не могу включить. Мне пишет, что ты присоединился. Мне показывает, что ошибка. Ну, будем надеяться. Ну. Гараев, удар. Блин, сильнее на угол. С неудобной ноги сейчас Искандер нанес удар. И в команде строитель замену. Вместо Гараева на поле появляется Якубов. В это время Карапетян отлично ставит корпус, обыгрывает двоих. Зарабатывает угловой сейчас Карапетян Малик. Карапетян первый на мяче, сохраняет мяч. Меняет неточную передачу, заполняет, и команда компонент бежит в контратаку. Брагин должен быть первый на мяче. Да. Якубов Данир. Сохраняется в команде строитель. Хорошая передача на Колесникова. Подача в штрафную. Зуев забирает мяч. Нет никого сейчас в центре. Кубов первый на мяче. Толчок в центре поля. Пытаются пройти, но не дают. Гараев Искандер появляется на поле вместо Колесникова Радмира. Тайма. Напоминаю, счет по-прежнему 2-1 в пользу команды «Строитель». Якубов здорово сменяет ему в стенку. Теряет в итоге Минеев мяч. Тяжело играть сегодня, плюс 30 показывают градусники, солнечно, жарко. Не, перехватывает мяч, надо сейчас разворачивать атаку. Передача на Афанасьева. У нас удача на Гараева. Сейчас нет продолжения. Искандера сам обыгрывает. Афанасьев надежно сейчас играет в защите. Передача в центр. Выбить вперед. И Карапетян спокойно ставит корпус, забирает мяч. Передача на Якубова. Якубов
передача в штрафную. Ну. Готов сейчас. Минеев был к отскоку. Удар. Гол. И мяч залетает в ворота. 3-1. Счет матча становится 3-1. Пользу команды строит. Показалось нам, что Зуев все-таки коснулся мяча, перевел его за ворота, но все-таки мяч в дальнюю девятку попал. Команда Компонент пытается по левому флангу нашему развить быструю атаку. Карапетян, как всегда, надежно. Вместо Карапетяна на поле появляется Сафин. Сафин здорово поборолся, отобрал мяч. Кубов. И вот сейчас должен получить обратную передачу. Удар. Блин. Со штангой. Не стал сближаться сейчас Данир. Это был оперативный простор у него для этого. Надо отметить хороший выход. Вместо Минеева Шакиров. Виталий появляется на поле. Под 20-м номером. Ставит корпус, мяч уходит за пределы поля. Брагин не спеша. Надо дать отдышаться команде. Гараев с мячом. Хорошая передача на Шакирова. Далеко сейчас Виталий отпускает, сохраняет мяч, должен сейчас увидеть Якубова, да, увидел, передача, и Якубов по правому флангу, и зарабатывает сейчас угловой, Гайзидинов в подкате выбивает мяч. И Загайнов Артем пошел подавать. Дача. Гараев должен быть первым на мяче. Давай быстро. Ну давай. Рассказал все подробности у главного инженера. Стой! Один, стой! Пока, да? Про охрану все равно что-то не было. Хороший перевод. Выход 1-1, удар. На опасный момент сейчас прозевали наши ребята. Вместо Гараева на поле появляется Колесников. Сафин в центр на Загайнова. Загайнов разворачивается. Диагональная хорошая передача на Якубова. Якубов врывается
передача в штрафную. И Шакиров красиво в прыжке замыкает сейчас вот эту прострельную передачу. И счет матча становится 4-1. Хороший розыгрыш сейчас показали. Шакиров прессингует. Колесник зарабатывает сейчас аут Радмир. У нас остается играть буквально пару минут. Вместо Шакирова Виталия на поле появляется наборщиков Дмитрий. Сразу же вступает в игру, а выигрывает. Передача в штрафную. И Якубов не успевает замкнуть. Да, судя по жесту судьи, будет угловой. Значит, кто-то успел из игроков команды Компонент выбить мяч из-под ноги нашего игрока. Надо отметить сразу, как быстро вступил наборщик в игру. И Загайнов будет подавать. Первый тайм заканчивается, счет 4-1.
подходишь к Надыршину и говоришь, вот, давай, пусть решает. Ладно, потом. Начался второй тайм. В команде компании в воротах произошла замена. Вместо Зуева Артура появился Марк. Куба в борьбе заработал угловой. Минеев Николай идет подавать. А, штрафной все-таки судья назначил. Подача. И игроки компонента выбивают. Минеев. Подача. Газидинов убивает мяч. Афанасьев должен быть первый на мяче. Сохраняет сейчас мяч. Якубов подхватывает. И Газидинов в подкате убивает на угловой. Четыре один. Ворот фиксирует судья. Оль, напиши, пожалуйста, звук нормально идет, нет? И команда компонент начинает свою атаку. Минеев. Успевает Минеев перехватить, но своевременно возвращается игрок компонента. Колесников смещается в центр. Передача на Якубова. Якубов, удар. Гол забивает Якубов Данер. Сильнейший удар. Счет матча становится 5-1. Ох, слышно. Ну, мы это там смотрели, вроде слышно. Но звук отличный. Короче, непонятно. Кому-то плохо, кому-то хорошо. Ну ладно, главное слышно. Хорошая передача, но не успевает игрок компонента. Брагин спокойно, не спеша, за мячом. У команды компонент на поле появляется Гатаулин. В пользу команды компонент. Миней в центре, удар. Накрывает.
Андреев, передача на Якубова. Якубов на Колесникова. Сейчас растерялся маленько. Колесников не понял, то ли с ноги удар наносить, то ли головой замыкать эту передачу. Хорошая передача для игроков команды «Компонент». Якубов убегает. Передача на Минеева. Не успевает Николай обработать мяч. Ну давай. Колесников сам разгоняет атаку по центру. Якубов сильнейший удар. В центре, а выигрывает сейчас двух игроков. Продолжение. Колесников назад на Афанасьева. Краснов обыгрывает. Далеко сейчас все впустил Максим. Минеева на поле появляется Шакиров. И вместо Колесникова появляется Гараев. Капитан на Якубова. У нас в первом мяче. Киров. Давай, ищи. Трех игроков сейчас Шакиров собрал. Сейчас уже каждый хочет просто забить. Ну да. Нет их ошибка. Киров здорово прессингует.
заборщиков. Не попал сейчас по мячу. Дима сразу же пытается исправить. Ну, давай, давай, давай. Обыгрывает трех игроков. Ищет продолжение. Передача назад на Загайнова. Тян. Афанасьева. Гараев. Разворачивает вот так сейчас на Карпетяна. В центр на Наборщикова и в подкате пытается. Надо поднажать, Гераев убивает мяч в аут. Минеев. Напоминаю, счет по-прежнему 5-1 в пользу команды «Строитель». Судья не видит, что мяч покинул пределы поля. Гараев. Неточная передача. Карапетян разворачивает атаку на правый фланг, на Кубова. Угловой в пользу команды «Строитель». Дача. Кубов сейчас не попадает по мячу. Успокоилась у нас маленькая игра. Здорово сейчас Гараев. Да. Передача на Якубова. Давай, давай, давай. Якубов смещается в центр. Передача на Минеева. Отдай. Уже все. Ну давай. Якубов перехватывает удар. Угловой. И Марк сейчас в ближнем углу переводит мяч на угловой. Сильный удар, серия рикошетов и очередной угловой. Минеев пошел подавать угловой. Подача. Come on.
команда Компонент пытается убежать в контратаку. Якубов в откате выбивает мяч. Загайна здорово убирает. Не смогли развить атаку Загайна с Минеевым. Вместо Якубова появляется на поле Колесников. Сейчас передача на него. Колесников сам по правому флангу врывается. Передача в штрафную. Удар. И Минеев выше ворот. Хорошую передачу сейчас сделал Колесников. Быстро вводит мяч из-за боковой на Загайнова. Загайнов в центре. Ну, давай. Передача на Колесникова. Быстрее. Разворачивается передача на Загайнова. Загайнов. Ну. Удар. Есть. В дальний угол. 6-1. Загайнов сейчас забивает гол. Счет в матче становится 6-1. После забитого мяча даем Артему отдохнуть, и на поле появляется Краснов Максим. Попробовал сейчас команда Компонент с центра поля проверить нашего вратаря. Удар не сильно получился. Сейчас мячом ищет продолжение. Доходит мяч до Колесникова. Афанасьев в центре с мячом ищет продолжение. Колесников. Рапетян. Передача в центр на Краснова. Краснов дальше на Колесникова. Возможно сейчас нанести удар по воротам. Минеев сильный удар. Перекладина. Краснов. Еще удар. Марк сейчас на месте. Получилось сейчас у Максима передача. Товарищи болельщики, давайте без комментариев, пожалуйста. Колесников. Долго делал передачу. Витя Минеев закопался.
игроках компонента. Угловой должен быть. Не-не, поймал уже. Не ушел, прошу прощения. И вместо красного на поле появляется наборщиков Дмитрий. И сразу же Дмитрий бежит в прессинг. Добегать надо, Дима, добегать. Минеев. Передача на Колесникова. Брагин выходит сейчас своевременно. Минеев подхватывает мяч. Неточная передача в центре. В результате потеря. Наборщиков здорово прессингует сейчас Дима. Габаритного игрока. Сам прорывается. Передача. Отличный проход сейчас сделал наборщиков Дмитрий, и матч заканчивается. 6-1, да? Счет матча 6-1.